Всем привет! Сегодня мы начнем открывать наши карты, их там около 1000 уже накопилось. Посмотрим, какой шанс выпадения героев из обычных карточек, с мифических и самых крутых мифических карточек второго уровня. Ну, сейчас давайте почистим склад немножко. Чтобы не заморачиваться над цифрами, сколько кого выпало. Так, есть. Первая у нас будут просто карта легендарного героя. Вот такие герои у нас тут падают. Вплоть до черепа. 282 карты. Ну, поехали. Посмотрим, какой шанс. Суккуб. Князь тыква. Бог. Фараон. Смерть. Отсюда очень, говорят, редко падает. Череп. Сейчас мы это проверим. Атлантикор, друид. Ну, все разные падают. Сноузила. Тыковка опять. Ну, давайте по 10. Два Влада Дракула упало. Тоже неплохо. Купидон. Химера. Да, черепов пока не видно. Действительно, шанс очень маленький. РТ-шка. Странно, но черепа вообще не падают. Первая фея, если не ошибаюсь. Так, еще один РТ. Да блин, где же черепа? Это жесть. Пока ни одного черепа не выбили. Все падают, варлоки, кто хочешь, кроме черепов. Хороший, конечно, рандом с этих карт. Все-таки правду писали, что череп здесь очень редко падает. Ну, что за почти 300 попыток, ни одного черепа не будет? Да, они гонят. Нет, ни одного. Жесть просто. Просто жесть. Ну, смотрим. Итак. Паладин. 30 карт. Ну, не знаю, кому он сейчас нужен. Почти 10,5% шанс выпадения. Ниндзик. 8%. Так, суккуб. 8,5%. Рыцарь 7%. Друид тоже в районе 7. Тыковка 7. Смерть 10,5. Атлантикор вообще тоже маловато, что-то их выпало.
Сори, приболел, выпало что-то маловато их. Всего-то 4%. Этих тоже в районе 6,5%. Тоже 4%. Купидон, Фараон. Да, как-то не очень. Влад Дракула вообще 3 штучки всего выпало. 1% шанс выпадения. Бульдозер тоже 1%. Дед Мороз 1%. РТшка 2%. Ну как-то, не знаю, печальненько все. 2% у феи также. 3% у химеры. Варлока вообще ниже 1% тоже. Вот самые редкие. Бульдозер, Влад Дракула, Варлок. Ну и дерево там тоже фигня. Ну не знаю. Королева Гарпий тоже всего 2 штуки упало. Печалька, печалька, в общем. Вот так вот, и черепа ни одного не выбили. Походу там шанс на черепа вообще, не знаю, 0,001% что ли. Ну вот так вот, такой вот у нас шанс. На следующем видео будем открывать следующие карты. Это у нас будут мифические карты героя. Тут, конечно, уже... Не, не мифические, вру. Акционные карты. Тут у нас добавится Капитан Дрейк, Гаргул и Кенди. Посмотрим, какой тут будет шанс. Вот так вот. Пишите в комментариях, как вам такой, не знаю, рандом. Я бы даже не назвал, не знаю, просто с 300 карт ни одного черепа не упало. Печалька. Печалька, потому что люди надеются именно отсюда его вытащить. Все, всем пока.